празднества по поводу вашей последней победы вскоре были прерваны двумя ужасными известиями. Ненасытный кабан захватил одно из ваших графств, а доблестный лорд Вулсак попал в плен и был жестоко убит. Этот толстопузый умирал долго. Люблю я эти игрушки. Дейба, испанский сапожок, железная дева. А как там ваша охота? На переговоры ушло много времени, но нам, наконец, удалось договориться о выкупе за жизнь короля. Мы должны немедленно начать собирать средства, используя все возможные ресурсы. Вы тут же рассылаете разведчиков в соседние графства, надеясь, что отыщется сокровищница, где можно было бы пошарить. Разведчики докладывают, что змея перевез свое золото в одно из принадлежащих ему графств и спешно возводит там замок. Внезапная атака позволит вам захватить золото, а наши саперы помогут вам взять замок. Дайте угадаю, рыть надо? Что надо сделать? Идем, возьму. И помните, у меня клаустрофобия. Вперед и вниз. Оружие на плечо. Вперед. Лучники готовы. Не вижу цели, сэр. Приготовить стрелы. Целься! Мой лук вашим услугам. Целься точнее.
Не вижу цели, сэр! Не вижу цели, сэр! Чего изволите? Что? Сколько идти? Всегда готовы. Эх, далеко идти. Я чую неприятности. Милорд? Готовься! Бегом! Какие будут указания? Не вижу цели, сэр! Уже идем! И готовить стрелы! Целься! Мы идем! Что такое? Там всего пройти. Вам понадобилась сила! Эй, смей! Готовься! Мы уже в пути! Не вижу цели, сэр! Огонь! 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 Уже идем! Готов, сэр! Шагом марш! Послание от вашего писаря. Мы захватили некоторое количество золота из запасов змеи, но этого все равно не хватит на выкуп. Недостающие мы должны добыть другим способом. Наш золотой запас стабилен. Народ весьма почитает вас, милорд. Наш золотой запас стабилен. Народ весьма почитает вас, милорд.
Это нельзя здесь разместить, милорд. Ждем ваших приказов. Мы идем. Да? Мы уже в пути. Ваши указания? Шевелитесь, собаки! Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Уже идем. Мы идем. Встать в строй. Вперед! Внимание! Мы уже в пути! Прыгай! Бегом! Работник идет на свое место. Здесь нет работы, милорд. Что теперь делать? В деревнях говорят, что видели отряд змеи в этих краях. Послание от змеи. О,
какой ты у нас упор. Провизии осталось мало, повелитель. Можете рассчитывать на нас. В деревнях говорят, что видели отряд змеи в этих краях. Какие будут указания? Мы идем. Мы уже в пути. Идем. Всегда готовы. Выступаем. Ваши указания. Есть, ваша светлость. Провизии осталось мало. Что нам делать? Повелитель. Мы уже идем. Нас атакуют войска змеи! Провизии почти не осталось, милорд. Провизии осталось мало, повелитель. Ждем ваших приказов. В деревнях говорят, что видели отряд змеи в этих краях. Да? Лучники готовы. Не хватает оружия, сэр. Грядет конец света. Внимание! Мой лук к вашим услугам. Милорд. Нас атакуют войска змеи! Это нельзя здесь разместить, милорд. Нужно дерево.
провизии осталось мало, повелитель. Внимание! Сэр! Вперед! Какие будут указания? Противник пал! Провизии почти не осталось, милорд. Ждем ваших приказов. Доброе утро, ваше светлость. Ждем ваших приказов. Уже идем. Оружие на плечо. Нужно дерево. Строй. Внимание! Прыгай! Бегом! Люди, послание от змеи! Ты снова испытываешь мое терпение. Я уничтожу тебя! В деревнях говорят, что видели отряд змеи в этих краях. Мы победили, сэр! Теперь, когда деньги для выкупа уже на пути к сэру Лонгарму, можно надеяться, что скоро к нам присоединится и король. Если у нас и были в прошлом некоторые разногласия, то теперь, я думаю, нам удастся договориться. Даю слово, что если мы заключим перемирие, я согласен на любые условия. Необходимо подкрепление. Сей невинный младенчик лишил меня всех владений, кроме моего собственного графства, и решительно пренебрег моими просьбами о перемирии. Мои основные силы давно отправились к вам на помощь. Задержите его до моего прибытия. Я сам перережу ему глотку. Часть моей армии неподалеку от вас. Я прикажу им присоединиться к вашей пирушке. Новый замок змеи расположен напротив старого, в той же долине. Мы уже заняли старый замок. Отстройте его и осадите последнее прибежище змеи, чтобы покончить с ним. Если вам это удастся... Немедленно отступайте, так как у нас не хватит людей, чтобы противостоять всей армии волка. Чтобы построить осадное орудие, вам понадобятся инженеры.
Собаки! Сэр! Да? Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Да, ваша милость. Не хватает рекрутов, сэр. Да, ваша милость. Казна пустеет, ваша светлость. Люди восхищаются вами, сэр. Долгая дорога. Да, ваша милость.
Чем мы можем помочь? Солидное расстояние. Здесь нет работы, милорд. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы.